Дома ты можешь там ходить там в одежде или без одежды, ты это как хочешь. Дома ты можешь писать на стенах все, что хочешь. Дома ты можешь... Дома это твое личное пространство. Но если ты вышел в интернет, это общественная площадка. И так, как ты ведешь себя на улице, так и нужно вести себя в интернете. На улице государство контролирует. Милиция, полиция тебя. И что-то никто не говорит, давайте отменим полицию, и мы хотим на улице творить все, что хотим. А что же творится в интернете? В интернете идет политика развращения взрослых людей. Но кроме взрослых, идет политика развращения детей. Нужно обязательно, как можно быстрее. И это так и будет. Это так и будет. Потому что Россия – страна, которая спасется от развращения, от всяких, знаете, этих вот, там, не знаю, однополых браков. Россия – страна, которая спасется. Поэтому нужно это сделать как можно быстрее. Сделать интернет государственным. Не нужно там бояться, что это будет какая-то там пропаганда кремлевская. Надо сейчас детей сохранить от разврата. Посмотрите, как они в школе, какие термины употребляют там. Там ах-то там голубой, ах-то там, условно говоря, лесбиянка. Это в начальных, я зашел во второй класс. Я уже дальше там не пошел. Это очень опасно, и нужно как можно быстрее. И какие-то такие, знаете, частные инициативы, частные фильтры для детей, они не работают. Они взламываются, дети находят другие компьютеры, дети приносят телефоны, другие телефоны, и показывают. А это разрастается, знаете, как чума. Если тут не будет государственной политики, государственного влияния и государственной воли, то все будет очень плохо. Нужно как можно быстрее это сделать.